Семена подсолнечника Sandwich Orange имеют отличную схожесть и очень популярны среди садоводов. Растение высокое, до 80-160 см, неветвистое, имеет крепкие и прямые цветоносы. Цветки яркие, оранжево-желтые, без пыльцы, крупные, до 10 см размером. В целом, цветок смотрится эффектно и благородно. На рост стебля влияет длина дня и уровень освещения. При выращивании растения температура не должна падать ниже 15 градусов. Срок выращивания небольшой, от 50 до 70 дней. Подсолнечник является одним из популярных растений для срезки в букеты благодаря долгому сохранению свежести. В цветниках и клумбах цветы смотрятся роскошно. Цветет с июля по сентябрь. Подсолнечник Sandwich Orange – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Подсолнечник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания подсолнечники прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает подсолнечник Sandwich Orange в месяц июнь-август. Интересные цветы подсолнечник могут быть до 7-10 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.